Что будет с ребрами или с внутренними органами, защитит ли бронежилет? Сейчас будем проверять вот на это силиконово-гелевом чучеле. Спереди находится вот такая кевларовая пластина. Уровень защиты А4. С боков более тонкая защита, пластина уровня А3. Макет из силикона человеческого тела 1:1. Также будем стрелять в бочину. Пистолет ЗИГ П320. Итак, смотрим. Стреляли в бок, где защита слабже. Ребра целые, даже не осталось синяка. Дальше пушки будут жестче.